сейчас перенесли. Да, оно только что отдалилось. Час 50? Я же... А что это за флаг вообще было? А, это Григорович. Свистина. Коли ты ноешь. Ну мы сегодня всех порвем. Его десятка выпила. My precious. Каланчава. Надо как бы... Ты. Ну да, нет. Заходите. Класс. Я раздеваюсь. Ну час еще ждали. Здрасте, чуть час. Ну, они перенесли на полчаса старт сказали. Старт будет в 10.50. Ну только что кто-то говорил, что час 50. Серьезно? Да, но только что говорили. Час 50? Я же поела как раз по времени. Да я не ела так, поэтому прикинь. Всем доброе утро. Сегодня прекрасное утро, суббота, и сегодня мы будем бежать Каланча Трейл 10 километров. Логично ваше здесь присутствие, потому что здесь машина, пардон, не проедет однозначно, и мотоцикл в этом плане более оптимальный. Скажите, пожалуйста, и все-таки основное, кто вам обращается? Вот основные, да, вопросы, по которым к вам наиболее популярны по обращению? Ну, саппорты, мероприятия и курсы. Мы проводим также курсы базовой медицинской помощи. Ничего себе у вас кусок сала, а? Это вам такой хлеб режете. Надо упаковаться. Свистина. Коли ты ноешь, а? Еще трейлы вот. Короче, пацаны, мы сегодня будем рвать всех. Почти 2 километра. Я держу пейс пока 5. По траве и по песку очень тяжело бежать. Финиш. Вперед!
чесночок. Ой, я уже вино пью, давай! Давай, 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 давай! Ты хочешь как родная бедственница. Те, кто бежит, 1:40 им чая не досталось. Хотя бы марафон обеих. Расскажите, как вам гречка? Даже если ты голову, а что у вас в гречку входит? Ага, хлебушек, гречка входит в гречку, понятно. My precious.